В жизни Франклина наступили очень нехорошие времена. Ему пришлось влезть в долги, а выплачивать страховку у него не осталось денег. Ему пришлось заложить свой дом на Вайнвуде и переехать к тетушке, которая, мягко говоря, не очень рада его переезду. И одним прекрасным вечером он решил загадать желание. Он загадал желание, что все, к чему он притронется, чтобы превращалось в бриллианты, потому что от недавно его друзья уже не занимаются криминалом и ему нечем зарабатывать. Все бы ничего, если бы это желание не исполнилось. И на следующее утро он, как обычно, вышел с дома тетушки в своей старой одежде и просто дотронулся к его почтовому ящику, который моментально превратился в бриллиант. Подумал он, что это какая-то шутка, и пошел выносить дальше мусор с его дороги. И мусор тоже превратился в бриллиант. И наш Франклин очень обрадовался и дотронулся до коробок. И коробка тоже превратилась в бриллиант. И Франклин подумал, что это отличная способность их продать и заработать намного больше денег. И вытащив свой телефон, он увидел небольшое сообщение, в котором было указано, что его желание действительно только один день. Поэтому Франклин, как обычный предприимчивый человек, придумал себе план и решил превратить как можно вещей в бриллианты. Поэтому именно сейчас, ребята, мы с вами играем с этим модом, с помощью которого Франклин превращает все в бриллианты. У нас на все про все только сутки. Я думаю, что мы с вами успеем много чего и превратить много вещей в бриллиант. И помочь вновь Франклину вернуть свой дом на Вайнвуде. В любом случае, пока Франклин разбирался, на часах уже почти полдень. И нам надо поторапливаться, потому что ровно в 12 часов ночи его способность закончится. Поэтому давайте будем все с вами превращать в бриллианты. Я вижу здесь какой-то торговец чем-то нехорошим. Давайте его превратим в бриллиант. Так, а ну-ка давайте его ударим. Нет, ребята, к сожалению, он не превращается в бриллиант. Наверное, слишком плохой. Давайте эту коробку превратим. Да, есть, она превратилась. Этот поддон еще превратим. Сейчас... соседей этих. А ну-ка, есть, готов. Нормально. Уже 3 бриллианта там сразу же. Так, я думаю, что пока что нам возле дома соседей хватит. Нужно поторапливаться дальше. Создавать бриллианты и продавать их. Так, а ну-ка, здесь что-нибудь, эти грибы превратим в бриллиант. Цветов нам уже больше не нужно. Тоже их превращаем. Вот этот мусорный ящик тоже превращаем. Так, я думаю, что пока что все вещи, которые у нас тут есть, тоже превратим. 2 мотоцикла, вот это хорошая вещь, тоже их превращаем в бриллиант. Есть, уже в гараже у нас 6 бриллиантов. Я думаю, что этого нам пока что здесь достаточно. В любом случае, гараж это наш, и тетушка в него пока что не заходит. Так, этот мусорник превращаем, и это тоже, что сзади. Все, я думаю, что хватит. Ну, в любом случае, этого хватит на несколько миллионов долларов, чтобы изменить вновь свою жизнь к лучшему. Сейчас мы зайдем туда, где-то к Ламару в гости, и тоже у него что-то там попревращаем, и даже на Гроув-стрит. Нужно, чтобы банда стала богатой и зарабатывала намного больше денег. Так, здесь тоже все превращаем в бриллиант. Вот это вот все. Вот эти вот цветы тоже превращаем их. Вот. Я думаю, что Ламар будет очень рад такому подарку и очень обрадуется. В любом случае, надо спешить, пока у нас есть такая способность. Так, все готово. И я думаю, что пока что здесь нам делать нечего. Надо пойти дальше к своей банде и тоже там много чего превратить. Бриллианты. Вот это вот все. Так, вот этот мусорник. Так, и на парковку тоже сейчас зайдем. Пока там никого нету. И тоже вот эти вот автомобили превратим в бриллиант. Приходится пешком, потому что все, как мы, до чего мы дотрагиваемся, превращается. То есть даже если взять какой-нибудь автомобиль, смотрите, нам не получится, скорее всего, его взять. А нет, ребята, получилось. Давайте возьмем этот автомобиль, угоним немножко. Потом мы им деньги отдадим и поедем дальше. Я случайно превратил бриллиант какой-то камень на дороге. Подвигаемся дальше на улицу, где наша банда там находится. Надо их сделать намного богатыми. Так, сюда подъедем. Там наши ребята. Чтобы у них тоже было много денег. И они смогли вернуть себе Гроув-стрит. Так, превращаем это все. Велик тоже превращаем. Нормально так. Так, наши бандиты
их мы не сможем превратить, пусть пока что наслаждаются и продают вот эти бриллианты, которые мы им подарили. Так, все готово. В любом случае, это наше место, и здесь в любое время можно будет прийти и забрать себе бриллиант, который мы захотим. Все-таки это наша суперспособность. Так, машинку тоже им превратим. И еще вот этот мусорник. Да, ребята. Так, я сейчас попробую взять пушку и отправлюсь на Грув-стрит. Еще попревращаю вот эти вот мусорники, которые у нас тут есть. Бриллианты. Все готово. Здесь хорошо. У нас на часах уже 5 часов. И надо будет выдвигаться дальше. Сейчас мы здесь это все наделали. Так, все готово. Вот эти вот тоже бриллианты создадим из этого, из этих картонных коробок на нашей территории. И наша банда стала намного богаче, чем было раньше, ребят. Так, этот мусорник последний, и все. Так, смотрите, сколько бриллиантов я насоздавал на нашей банде. Банде, которая раньше процветала на Гроув-стрит. И самое время тоже взять от них пушку и что-то из пушки сделать ей, попревращать из пушки. Возможно, мы будем превращать даже людей в бриллианты. Попробуем. Они одолжили мне этот пистолет. Давайте выстрелим в какой-нибудь автомобиль и будем намного быстрее превращать это все. Так, еще этот мусорник превратим. Давайте будем превращать обычных прохожих и их автомобили. А ну-ка, вот этот... Но нет, ребята, это так не работает, оказывается. Можно только вот так. Раз, два. Автобусник сейчас превратим. Большой бриллиант. А это, оказывается, у нас эти балансы тут ходят, да? Узнают обстановку. Мы будем также превращать вот эти вот автомобили в бриллиант. Нормально так пошло. Все. Наша банда стала намного богаче, чем раньше. Но у нас в любом случае не так много времени. Я сейчас возьму какой-нибудь автомобиль здесь с парковки, где-нибудь найдем или угоним, и отправимся к дому Франклина. Там себе что-то тоже попревращаем, даже возле дома Майкла, я думаю, что очень будет он рад этому. Итак, подъезжаю я к дому Майкла. Сейчас у Майкла что-нибудь попревращаем, возможно, даже велосипед этого его сына. Давайте превратим возле его дома автомобиль его дочки в бриллиант. Вот так вот все превратили. Я думаю, что она будет очень рада. У нас немного времени есть, чтобы это сделать, потому что, ну, ехать я в Сэнди Шорс к Тревору не буду. Я думаю, что Тревору мы уже отдадим из тех вещей, которые у нас дома, возле дома Франклина на Вайнвуде, что-нибудь ему отдадим. Так, что-то есть здесь такое, что можно превратить. Ну, у Майкла минус, потому что у него очень мало всяких вещей разных, что мы можем превратить. Дверь гаража у нас получилось превратить в бриллиант. И вот эти вот всякие инструменты. Думаю, очень рад он будет этому. Так, давайте на задний двор зайдем, что-нибудь попревращаем. Уже почти стемнело, я решил ему попревращать вот эти вот скамейки все, которые у него тут есть. Стулья, бриллианты. И я думаю, что с этого будет уже достаточно. Самое время поехать себе возле своего дома на Вайнвуде, что-нибудь превратить и там. Удалось мне добраться до своего дома на Вайнвуде. И прямо сейчас мы превратим вот эти вот арестованные автомобили Франклина, чтобы их отчитали там за страховку и за все там долги, которые у него остались. Так, этот превращаем. Мотоцикл. Там мы себе потом новый купим. И вот этот мусорник еще нормально так. Давайте в гараже что-нибудь, вот этот, дверь сразу же, косилку, вот эту тоже, мусорник можем накидать вот так вот, и вот эти вот шины, всякий мусорник такой разный, можно, чтобы побольше денег. В любом случае, некоторые деньги мы там отдадим Тревору, а остальные оставим себе. Так, вот эти вот цветы тоже можно превратить себе в бриллиант, раз, два, вот эти вот, готово так сделать, все нормально. И вот этот большой не превращается, слишком он большой оказывается. Можно спрыгнуть вниз и еще вот эти вот скамейки превратить в бриллиант. Я думаю, что уже будет достаточно. Так, эти накидаем, вот это вот все. Вот это превратим, это тоже стул. И все, бассейн оставим.
Бассейн пусть остается как есть. И готово, ребята. Все, я думаю, что достаточно. В принципе, можно еще вот те, которые там стоят. И здесь вот. Превратим их. Раз, два. И вот эти вот. Тоже превратим в бриллиант. Я думаю, что это будет вполне достаточно. Такая суперспособность. И еще две последних. Это вот эти двое. В принципе, не будем сильно жадными, потому что уже почти полночь. Уже почти ночь, ребята. И я думаю, что с этими бриллиантами у нас все получилось. Такое вот желание у Франклина исполнилось. Думаю, что один даже бриллиант достаточно для того, чтобы вычитать все его долги за страховку и за все остальное. И дом он себе успешно вернет. И даже купит себе какие-нибудь новые кастомные вещи. Новые спорткары и мотоциклы. А вам, если понравилось это видео с таким интересным модом, тогда подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные видео по установке модов или просто как сейчас, когда мы играем с интересными и новыми модами для игры GTA 5. Всем спасибо за просмотр.